Всем привет, ребят, с вами снова я, Эмилия. И сегодня мы снова поиграем в игру, которая называется Brawl Stars. Это вторая часть Пуш Честера. Я, ребят, за это время прикупила гаджет. Как я понял, этот гаджет меняет его ульт. Ну, давайте не будем медлить, короче, погнали. Вот такой гаджет, если у тебя какой-то ульт, ты можешь его поменять. Ну, короче, вторая часть Пуша. Я плейлист прям сегодня же создам. Ну как, я уже создал, просто я вот записываю ролик и на следующий день его выкладываю. Например, сегодня я выкладываю по бэджи. Для вас это было вчера. Ну это странно. А снимал я это для вас позавчера, для себя вчера. Вам это, наверное, сложно будет понять. Ну так можно, кстати, понять. Ладно, погнали. Кстати, блин, это эти выбранные карты. Я не знаю, что я сюда зашел. Случайно вообще. Ну ладно, пофиг. Вот смотрите, вот раз поменял теперь мои гранаты. Все равно здесь ничего не... кубки не дают, как бы. Ладно, дизлайк поставлю. Так, давайте вот так одиночка зайдем. Что, погнали. Пуш 35 раз на Честере. Скоро буду снимать 20 тысяч кубков. Пуф. Так, ну погнали. Я видите, кого я сейчас убью, Примуса. Или Примуса. Оба, что такое? На нафиг. Все, Примус. Минус Примус. Оба. Сейчас вот так. Ну все, две баночки срубил. Ой-ой-ой, Кольт. Какие мы серьезные, сменяем, а теперь у нас влечалка. Сразу же лечимся. Я считаю, шикарно мы начали. Хоба. Ну, сюда надо потратить. Хоба, спасибо за баночки, идрить хватить. На нафиг. Сейчас у меня будет 12 банок. Хоба. Все, у меня 12 банок. Ну, меня уже никто не победит, давайте будем честны. Сразу и все, у меня трешка накопилась. Трешка я вам кого угодно. Хоть 20 баночную убью. Ну что ты делаешь? Ну, чел, ну. Ну просто чел уже от отчаяния. Понимаете? Давайте выйдем. Плюс. Ну все, погнали, ребят. Начинаем. Плюс 6 из-за лагов. У меня вообще дофига банок было. Топ 1 плюс 10, забираю вообще. Сюда просто топ 1. Топ 1 сюда. И 17 ранка, если что, ребят. А это плюс 3 кубков, а это не фухры-мухры. Так, ну ладно, погнали теперь вместе. Чтобы я записал, как я играю. Что-то надо записать, ядрен пельмень. Так, ну, динамайк, шо? Обычный динамайк. Что он мне сделает? Хоп-хоп-хоп, просто трёшка ударов. И нету ящика. Тихо-тихо-тихо. Эмс. Ну, Дино, ну я добыл эту баночку, пойми. Так, ой, блин, нафиг я использовал, я наоборот поменять хотел. О, тихо. Ой! Ахалай Лего. А это такое не было предвидено. Что там Энгар сидеть будет. Такое вообще не было предвидено. Так, ну ладно. Хоп. А за мной тут следит. Ладно, надо подарить этому человеку, чтобы он увидел, как топы набивают топ-1. Ой, ё-моё, всё конец. Всё, ё-моё. Нет, спасибо. Ой, ядрёный пельмень. Ну, ёперный кокос, но Эдгар меня уже второй раз убивает. Бесит, реально. Минус 3.
ядрить, колотить Эдгаров. Дурацкий, реально. А вон, вот не... И все, я сейчас на нем отыграюсь. А не, убежал трус. Эдгар, трусишка. Зайка серенький. Так, двоечка. На-на-на-на! Убил! Отыгрался на этом эмпере. Ну, ядрить, колотить, ну ты бесполезный гриф. Он пипец, минус 7 сразу просто. Просто бесполезный гриф, бесит меня. Вот нафиг ему человеку жизнь портит. Если этот пуш, он мне мешает. На-на. Там еще все Барли. Барли уже Брок убил, но у него шансов не было, потому что там я бы подошел, и Барли бы уже не было. Чё, гриф мне жизнь испортил, теперь я Броку жизнь испорчу. Точнее, уже испортил. Так. А чё ты, обижаешь, а? Чё ты газом маленького мальчика обижаешь? Оба. Не-е-е. Это мои банки. Ну, а чё ты... На. Всё, Эль Примус. Шансов нету. У меня топ-1-ус. Оба сюда, нафиг. Погнали. Вот кому... Напишите в комментах, какой у вас самый любимый скин из вот этого нового обновления. Там этот Йети, как там его... Йети Сэм, Снежная Королева Амбер. Вот из этих вот. Вот этот Эш. Скажите, как вам эти скины, вообще все скины из обновления. Оцените их. А можно с вами в тиму? Крест? А, я думал, это крест. Как думаете, на кого первого напасть? Меня убили два Эдгара, поэтому... На! Все, теперь я точно отыгрался. Теперь я квит полностью с Эдгарами. А ты чё, мистер Пи, быкуешь-то? Чё ты быкуешь? Чё ты быкуешь? А чё ты дизы крутишь? А всё? Петр Олегович, карма Петра Олеговича. На, топ-1. Просто легчайше. 800 кубков. Погнали. Скоро реально пуш 10... Ой, 20 тысяч снимать. Какой 10 тысяч? У меня уже есть 10к. Я до 10к слиться не хочу. Оба. Оп, оп, тапком в рот. Мой собрат! Брат, привет! Муж это... Моя детская Люби. Все равно я его убью. Что вы думаете? На, нафиг. А тебя я тоже убил. Тик меня вроде тоже убивал. Ну, даже если не убивал, очень сильно портил жизнь. Ну, ладно, я все-таки подумал, не буду убивать. Но. Ах ты твой. Убил меня, значит. Ой, убил моего собрата. Которого я хочу убить. Ну пофиг, но у меня тут только один, что у него две банки. Как, ребят, как вы думаете, кто победит? Двухбаночный Дэрил? Или восьмибаночный этот, честно? Ну что ты? У меня троечка. Ну чел, что ты, я тебя одного удара победить могу. Еще три подряд топ-1 плюс 30 кубков. О, Сабина в сети.
Ладно, пофиг. Я скоро буду заканчивать видео записывать. А это, походу, она за мной следила. Ну, пофиг. Погнали. Валим. Идрить, колотить. У него выстрел под линией будет. Дай один раз. Размякну по тебе. И мы все, мы друзья, да? Клоун и собака. Как думаете, они смогут подружить? А, собаки что же в цирке выступают? Киллер. Хочу Лего. Пику с маком. Тебя максимум Лего убьет, чем ты ее получишь. Мы валим. Фэнк на фэнк. Чтобы вы понимали, я двумя не попал, тремя не попал, а одной попал. Ой, Идрампи. Ой, все. Ой, пипец. Посиди в отключке. Все, сюда просто. Профессионализм. Я не первый год брал Старс игра. Это на этом аккаунте первый год. А так я не новенький. Я старенький. Киллер, мы еще с тобой друзья, я помню. Никого. О, калитка. Так, отхилиться надо бы. Надо бы. Ой, калитка-то сильная у нас. Я самый сильный буду игрок. И пофиг, никакой газ мне не по... На! Все, плюс 8, меняем взрыв. На! А шум ты, чел? Один с банок. А Гавс сам умер. Гавс уже понял, что все. Ему не выиграть. Не стал грешить мою душу и сам решил. Вы поняли, ребят. 4 подряд и победы подряд. Ну это я уже профессионал в этой игре. Тю-тю-тю. Сейчас еще. Ну еще динамайк идет, все. Ой, все. Сказал один раз, похвастался и все, да, надо. А хотя. Умба. Оба нафиг. Вот хилка мне прямо сейчас пригодится. Сразу 3к отхилил нормально. Ну не сразу прям, но все равно. Честер топ. Согласитесь. Ну понятно, накаркал реально. 8 место. Минус 3. Ну, в минусе я точно не хочу уйти, поэтому... А что там у Сабины происходит, мне интересно. Мне прямо интересно. Они только бой начали. И дрон пельмень. Ну, пофиг. Погнали. А уже 10, блин. Спать по расписанию, я в 10 ложусь. Ладно, я еще немного поиграю с вами, ребята, улики. И реально дрыхнуть завалюсь. А этот ролик, ну, как бы завтра выложу. Но сегодня у меня это 20-е. Для вас я выложу, получается, 21-е. А, да, давай. Мир. Мы же в тиме были. Вот такой, зараза, Эдгар. Не, я отыграюсь, ребят. Я еще отыграюсь на его собратья. Он еще будет жалеть, что убил меня. Так, пока вижу только динамайт, который меня сейчас грохнет. Так, главное сейчас не накаркать. Хоба! Пожалуйста! Все, умничка, динамайк. Поддался дрессировке, так скажем.
Так. На. Иди сюда, иди, иди сюда, иди. Ах ты, зараза. Ну и дать колотить, но меня залагало, реально. Что, человека зачем убивать, когда человека залагало? Так, 10 из 10, погнали. Так, Нита, я смогу убить Ниту? Ну да, конечно. Погнали вот так. Немножко. Да, станьте вот меня и колотить. Джейс, Джеки вроде меня тоже много раз убивал. Да, станьте защитник, услуга тупая. Спасибо за 2 банки кольт. Бо вот так это нам надо. У меня 12 банок, а Дэрил с 1 банкой. Что ты мне сделаешь? Парень, топ-1. Погнали. А, давайте 18-й ранг добьем. И все на этом. Сегодня закончу. Нам еще 35-й добивать, ребят. Погнали. Это только 2-я серия, пуш, как бы. На нафиг. Накаркал, никакого я не набью, походу, 18 ранга, теперь мне 16 надо. Ладно, мы не очкуем, все нормально, все окей, все сойдет, мы не жалуемся. Погнали. Отис смогу, Отиса не знаю прям. Да все, мир, дружба, война, жвачка. Отстань. Чё ты крутишься с Дизом? Я его убью, ребят. Хоть, может быть, даже и проиграю, но я его готов убить. Ради кармы Петра Олеговича. Опять? Ты обалдел? За Петра Олеговича! Но, ребят. И никогда не ставьте Дизы. Петр Олегович осуждает. На Витоп. Вот мне чел сегодня попался с ником на Витоп, а сам он диск крутил. Но я его убил. Практически. Хоба. Ну давай, чё ты, давай, луты, Эдгар или У, не знаю, как тебя называть. Эду. Лудер. Шо ты на нафиг? На нафиг. Использую так и убегу чисто. На нафиг. Кого еще? Ну, блядь. Чё он просидел в кустах, а сейчас вышел. Ладно, 18 ранг. Кайфарики. С вами был я, Эмили Мил. Всем удачи, всем пока-пока.